В Чебоксарах активно продолжается работа над городскими проектами, предложенными местными жителями. Реновация коснулась дубовой рощи в новоюжном районе столицы, а также сквера возле ДК «Салют». Сегодня глава города Олег Картунов с рабочей группой лично оценил ход работ на этих объектах. Совсем скоро территория у ДК «Салют» снова начнет радовать юных горожан и не только. Работы здесь выполнены на 35%. Всего на объекте задействованы более десятка рабочих. Здесь появится пешеходный фонтан, зона отдыха с пандусами для маломобильных групп населения, детские и спортивные площадки, а также комфортные скамейки. Не забыли и об озеленении. В сквере высадят около полусотни хвойных деревьев. Газон засеют на территории в более чем 9 тысяч квадратных метров. Еще одна столичная территория, которая попала под реновацию – Дубовая роща. Олег Куртунов, как региональный координатор партийного проекта формирования комфортной городской среды, отметил, что парк преобразится в самое ближайшее время. Здесь появятся современные тротуары и велодорожки, спортивные и детские зоны, площадка для проведения фестивалей, предусмотрена и отдельная зона для выгула собак и занятия йогой. В парке установят 27 камер видеонаблюдения. Многое зависит от активности граждан, от их пожеланий. Ну, конечно, в проектах всегда есть какие-то неучтенные вещи, какие-то неточности. Приходится в процессе работы их исправлять. Вот. Ну, я думаю, что к намеченному сроку объект будет сдан. В этом году на реализацию мероприятий регионального проекта формирования комфортной городской среды из федерального и республиканского бюджета в столице Чувашии было выделено более 140 миллионов рублей. Благоустройство двух общественных пространств в Чебоксарах должно завершиться уже в августе этого года. Елена Михайлова, Игорь Ульянов, Вести Чувашия.